сколько ждала парня возле парадной, когда тот поднимался за сигаретами, и вот он спустился. Блин, ты пока бегал, меня уже кто-то жахнул. Ну, в самом прямом, ты бегал, пока меня уже кто-то жахнул. Нормально. Как? Блин, ну как? Но он подошел, начали целоваться. Он расстегнул мне лифчик, я сделал ему минет, но меня жахнул. Как жахнул? Ты что, конченая? Кто это был? Ты сразу орешь. Блин, ну я уже не вспомню, кто, ладно. Вопрос ситуации, два друга. Бля, братан, выручай, знай, как твой хуй нужен, помогай. Братан, не могу, суббота, мне братан, там... Братан, послушай, я телочку вкуснял, базу нашел, машину нашел, хуя, нет, смотри, ебать, куда ты? Кусай, хуй, пожалуйста. Бля, братан, ну пойми, ну суббота, ну, блядь, иди, ну, да, мне, да, ну да, хуй да, нужен, да, колоси. Да, понятно. Понятно. О, братан, дай язык, а? Не, хуй без языка. Просто, братан, там уже тёлочка, ну, лежит, ну, просто она уже просто реально готова. Ну, братан, ну, язык, ну. Ну, да, я понимаю. О, слушай, братан, а пойди ты трахни её! Все, окей, давай на чистоту, я хочу лизнуть твое ухо, да. Нахера! Все, таким тоном ничего мне не надо, на вокзал. Дома. Дорогой, помнишь, ты меня трахнул и бросил? Потом мы женились, да? И я тогда пообещала, что отомщу тебе, помнишь? Ну. Я насрала в гитару. Кому это за насрала? Кто из наших
ваших друзей гитара есть? Только у Коли. О, Коля подходит. Алло, Коль, помнишь, я тебе обещал отомстить? Я насрала в гитару. Гениальная хуйня. Девушка стоит метров 20 от парня, у нее разобран чемодан. Они в аэропорту, то есть, ну, недалеко от чекина. Она стоит возле, он стоит вот так, в метров 10 от нее. Дорогой! Я купальник забыл! Да хер с ним! Я тебе медузу на манду приезжаю! Как мне еще? Блин, или это скрипка была? Вокально-инструментальный ансамбль. Слава богу, в этот раз хоть что-то стало понятно.